руками, Господи, их выключить надо, а не наоборот, и ничего. Видишь, нету, 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 где нету? Спокойно все. Дышать, медитировать. Тише, все, она уже тише. Тише. Можно тихонечко сказать, что можешь кушать. Она меня услышала. Молодец, можешь кушать. Теперь можно спокойнее, да? И лучше даже не показывать. Хочет, пусть возьмет, пусть слушает. То есть не надо ей туда тут же опять набрасываться и давать. Хорошо, заяц. То же самое будет. Еще разок бы, да. Медленно и печально. И надо все-таки какое-то слово под это взять. Ну, так, а что-то я тут... А, ну я флэт говорила. Флэт. Молодец. Чуть вывела руку близко. Нет, 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 флэт. Флэт. Я бы здесь либо вообще бы подождала, чтобы она перестала руку мусорить. Нет, а тут флэт. Нет, 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 флэт. Все, вводим руку. Флэт, ай-яй-яй-яй. Ай. Вот так. Хорошо, да. Ей здесь нужно объяснить, чтобы она перестала вот это все время делать. А нет, за это отдавать ей кусок. Говорю, рука работает как указка. Вы же не начинаете жрать указку в школе. Вы посмотрели глазами, куда она вам показала, и глаза там оставили, куда она вам показала. Они вцепились в указку и начали ее дербанить. Не позволяйте собакам жрать вам руки непрерывно. Провели, собака идет вот так. Они в это время ни хрена не соображают. Провели, оставили собаку там, где надо, убрали указку. Собака на нее посмотрела и типа, куда? Да. За внимание отдали. Вот это вот постоянная собака, вот ни хрена не соображает. Более того, сами видите, и здесь, и на комплексе, и на рядом. Когда собака начинает бороться с вашей рукой, она тут же начинает неправильно двигаться. Потому что она начинает куда-то, вот ее всю перегнать. Они на комплексе не хорошо, вот так умудряются подростку подползти, чтобы пожрать. Все, вот именно учить следовать за рукой, а не бодаться с ней. Пусть. Да? Кушай, можно. Кушай. Молодец, хорошо. Ага. Вот, а теперь тогда поконцентрируем, типа она сохранилась. В каком смысле поконцентрируем, сохранилась? То, что мы первый раз делали, у Саши. А у нее с этим особых проблем-то нет. Ну, она же ко мне хорошо, да, она практически не смотрела. Ну, я как радио уже. Ну, это да, нет, здесь больших проблем нет. То есть, ну, если и делать, то можно попробовать ее чем-то еще попровоцировать. Там уже. Не уверена насчет собаки. Игрушками, миской. Вот миска это вообще. Игрушку она сейчас терпит. Значит, миска и провоцирует. А есть, кстати, настоящая миска, которая как раз после второго раза. Ну, в смысле, да. В смысле, настоящая? Угу. Да, ее шли завтра. Собственно. Не-не, у нас есть это свое. Все свое заготовленное. Так, а что делать, когда это доставать в полю? Уже доставать? Доставать. А у меня чем пахнет? Отдавать мне, а я вот не знаю, чем. Давайте на подоконник. Ого! Тут на два раза. На молочке сидишь? Ну, это завтра. Все, продалось. Ты умница, да. Сколько? Змея. А, вот это. Она делает так все. На самом деле, это сами поставили миску на краю полянки. И увидели, что дальше у собаки мозгов не осталось. Если есть сомнения в честности собаки, значит поставили закрытый контейнер с крышечкой, чтобы даже если собака туда свалит, она не могла открыть и сама себя подкрепить. То у нас тут был товарищ, где-то там лежал кусок, я помню про него, я ничего больше не помню. Как меня зовут, уже не помню, у меня там кусок. Бедняга, он слезы заливает. На самом деле, да, собака здесь, ну, в хорошем контакте, в хорошем контроле.
Если вы будете делать гораздо более простые вещи с собакой, даже на боковом уровне, то вы подзы. Вы вполне можете это делать. Да? Подали коробочку и как ко мне поработали от коробочки. Нет, Б. Может это лучше. Там вообще. Там нет. Саша, она сейчас головой мотает, но лапы не поднимает. Кушай, кушай, кушай. Три. А сейчас подняла. Сма. А, ну вот. Вот нельзя, мне так нравится, что она наоборот. Я бы еще больше перевернула. Нет, в начале делали, в начале первый пуск работали, чтобы она при повороте головы лапами не перебирала. Я помню, я потому что сейчас, когда она совсем вот так поставилась, например, больше понравилось наоборот. А у нее это ходьба. Тур. Тур. Два. Ну, смотрится. Шкодик. Да. Шкодик. Два круг. Молодец. Тур. Тур. Два. Команда ряд. Работа. Это все, что вам нужно. Все, что вам нужно. Вот, такой ситуации быть не должно. Противоположную... Конечно, пытайтесь. Саш, Саш, противоположную от миски в сторону идти. Чтобы спиной к миске шла, змейку. Можно. Сколько? Иди сюда. Нет, мордой. Ты не поняла. Спиной к миске, а не мордой к миске. Но она сейчас хорошо отвлеклась. Нет, Вася, она сейчас про миску как раз не думала даже. А, хорошо. Молодец, скорее! Не видим. Нет, ну дернулась, но удержалась, да. Кушай, 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 давай, идешь сюда. Вот, смотри. Иди сюда скорее, на. Ко мне. Вот так ходи. Вот так вот. И гладко мне это предлагает изо всех сил. Думаю, что она мне этим купит миску. Да, хорошо. Посадку за движение. Да, хорошо. Да, отлично, молодец!